Стало известно, что скончался посол России в Судане. 62-летний Миргаяс Ширинский был найден мертвым в своей резиденции в Хартуме. Пресс-атташе нашего депредставительства сообщил, что врачи, пытавшиеся спасти посла, обнаружили признаки острой сердечной недостаточности. После выдачи официального заключения будет решен вопрос о доставке тела на родину. Добавлю, на должность посла в Судане Ширинский заступил в конце 2013-го. До этого долгое время представлял Россию в Руанде.